коня вам рассказывал, Павел Сергеевич сформулировал, наверное, никто не возражает общую позицию нашу, да? Мирным путем. Ну, наверное, тут даже что-то добавлять, что-то говорить в этом плане абсолютно нормально. У меня есть предложение такое, если никто не возражает, это последнее как бы подведение итогов, обобщенная позиция нашего сегодняшнего встречи, я не говорю собрания, там съезда, тут и общественные организации, разные, и депутаты пришли, и представители комиссии, вот, сформулировано так, как Павел Сергеевич сказал, и обратимся с таким вот обращением к одной и с другой стороны, к нашему правительству. Нет возражений? Нет. Поднятием руки не... Или согласились, если кто-то возражает против такой позиции обобщенной? Нет возражающих? Нет. Нет. Спасибо. Это тогда... Жителям города. Да? Жителям города. Жителям города, не только города. А на Весковой нет, что мы можем на Весковой? Мы просто обратимся к одной и другой стороны с таким вот предложением перейти к мирным переговорам, остановиться и к правительству, и к президенту, и к политическим силам, к оппозиции. Так, Павел Сергеевич? Да, и обратимся, сформулируем, я тогда, кто у нас автор и писатель, может корреспондентам обратиться. Нет возражений? Нет. Да, Павел Сергеевич.